немного о визите в Петербург главы российского правительства, во время которого Дмитрий Медведев посетил один из уроков в физико-математическом лицее Жарыса Алферова. В компании девятиклассников премьер-министр решал логические задачки, отвечал на вопросы народного учителя Российской Федерации. Легендарный педагог Валерий Рыжик поинтересовался у высокопоставленного гостя, может ли правильное решение быть неверным. Дмитрий Медведев признался, что среди наших политиков это явление обычное. Впрочем, приводить конкретные примеры не стал, пообещав от лица чиновников в ближайшее время заняться программами актуализации отечественной науки.